Ну, с одной стороны, очень странное поведение властей по поводу территории под названием Крым, которая сейчас является частью Российской Федерации. Если нет определенной лояльности на налогообложение граждан, во-первых, большое количество российских граждан сейчас там активно приобретают недвижимость, которая возросла, мне кажется, по-моему, раз в 10 или в 15 в своей цене. Соответственно, ну, наверное, отчасти это правильно, как и налогообложение, которое принято на территории Российской Федерации, так как Крым — это часть ее, соответственно, почему бы и нет. А вот по поводу игры и игровых элементов, таких как казино, бытоигровые автоматы, я категорически против, потому что если это часть нашей страны, почему нам запрещено, а им разрешено, и вообще каким образом эта фривольность там будет таким, почему она будет позволяться, да, то есть почему? Потому что это курортная зона. Я считаю, что это абсолютно неправильная история. Когда лояльность, ну тогда определите эту лояльность и налогообложение. И запретите казино, если налогообложение такое же, как на территории Российской Федерации, соответственно, и запрет на казино должен быть тоже.